А сейчас спортивные новости. Кто самый меткий и зоркий, выясняли допризывники со всего Славянского района на соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки. Для будущих защитников Отечества хорошо стрелять просто необходимо. Вряд ли кто будет с этим спорить. Особенно ребята-старшеклассники, которые приняли участие в соревнованиях в рамках муниципального этапа краевых состязаний среди допризывной молодежи, которые прошли на базе 5-й средней школы. Представители патриотических организаций приветствовали на торжественном открытии соревнований их участников и пожелали им показать свои лучшие результаты. Славянскому району нужно отобрать команду. Для того, чтобы выбрать лучших стрелков из района, мы вот и проводим эти отборочные, можно так сказать, для района соревнования. Вот. Здесь ребята работают в команде, поэтому здесь, как говорится, воспитывается и чувство коллективизма. Кроме того, что они покажут свои навыки владения пневматическим оружием, навыки свои выполнения нормативов по стрельбе, плюс это еще и товарищеская взаимопомощь. Все было организовано очень четко. В тире ребята сначала производили предварительные пристрелочные выстрелы, а затем уже стреляли на результат. Конечно, все были настроены по-боевому. Я очень рад, что принял участие в соревнованиях по стрельбе. Мы заранее готовились. Надеюсь, наша команда выступила с хорошим результатом. Занимаемся военно-прикладными видами спорта, в том числе стрельбой с пневматической винтовки. Мне очень нравится стрелять. Чтобы показывать хорошие результаты, нужно иметь хорошую концентрацию, спокойствие и не волноваться. По итогам соревнований третье место осталось за командой 48-й школы. На втором стрелки из 17-й и победили спортсмены 29-й школы. В личном зачете сильнее всех выступил учащийся 29-й школы Егор Тонконоженко. Теперь лучших стрелков Славянского района ждут зональные соревнования. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».